Ну что, Алеша? Ну вот идем, вот Wi-Fi. Идем по тоннелям. Улица Гарибальди. Параллельно набережной. Цены в магазинах. Кофточки от 50 евро. Что ты ешь? Алешку купил. Иди сюда. Каменные лавочки. Такую же не сломаешь, не сопрешь под водку. Да, зато на ней очень холодно сидеть, мусорки такие. Вообще, какая-то ночнушка 165 евро. Офигеть. 165 евро ночнушка. Пойдем. Манго. Стоп, 20 евро. Кошмар. Одежда. Угу. Фарма. Собака. Одна собака, вторая собака. Блин, вот, наподобие что-то я купил, да, в Испании. Только тут цены. Со скидкой 27 евро. Со скидкой. Я хотел посмотреть ботинки. Макасины. 14 евро. Что-то боюсь даже ходить, видеть на цены. Здесь вот этот шарфик 10 евро, у нас в Испании 2 евро стоит. Уже у нас. 89 евро. 68. 69 евро. 70 евро. Такая. Сильно такой малый сережка. Ну, наверное, фирма. Дорогая. Альберта. Какие же тут могут быть магнитики дешевые? Конечно, тут они и будут стоить 5 евро магнит. Что, сейчас направо на набережную? Нет, еще вот не хочу, улицу. Время.